Всем привет! Хочу напомнить, что сейчас на канале у меня проходит воскресный розыгрыш. А это значит, что уже завтра, 3 января, состоится он в онлайн-режиме. Ну а что нужно для того, чтобы принять участие, читайте в описании под видосом. А сегодня я буду открывать кейсы на вот этом сайте. Я тут потихонечку пополнял и, в общем, допополнялся, что уже почти 400 на балансе. А так как я для стримов придумал новое состязание, то мне понадобились, соответственно, и новые скинчики, которые сегодня попытаемся и выбить. В общем, открывать я сегодня буду армейское. Возможно, будем делать апгрейды, возможно, будем делать контракты. Не знаю, как пойдет масть. Ну, по крайней мере, сейчас пооткрываем и посмотрим. Минус уши, да? Отключаем тебя нахер. Песчаная буря. Ты что-нибудь стоишь вообще? 8 рублей стоит. Ладно, пока мы ничего не продаем. Пока мы только открываем, потом смотрим. Валентность. Ты рублей 15, да, стоишь, по-моему? Нет, 9,60. Ну ладно. Джиджи дроп. Следопыт, да? И чё, следопыт? Ох ты. Что-то больше 20 рублей выпало. А какой мне вообще тут максимальный? Надо посмотреть, что мне тут максимальный-то скин какой выпадал. Картель. Тоже беда какая-то. Ну-ка. Что здесь? Максимальный у меня бог червей был. Из ковида. А ковид стоит. Сейчас тут почему-то, кстати, кейсов очень много недоступно там, да? Возможно, я бы что-нибудь другое бы покрутил. Ну, из того, что хотелось бы, по крайней мере, только армейское мне интересно. Так как они, елки, все синие, я даже не понимаю, что и сколько чего стоит. Ну, похоже, тут ничего и не стоит. Ну, с ГГ-дропом у меня отношения натянутые. Всегда были. С ГГ-дропом всегда были натянутые отношения, поэтому рассчитывать на то, что здесь что-то дороже 100 рублей сейчас выпадет, и, ну, как бы глупо. Так, давай еще тебя крутанем. И посмотрим, что бы можно было бы еще открыть. Полимер. Эх ты. Все в полимерах там, да? Ладно, хер с тобой, отвали. Так, вот это вот продаем. Так, вот за 20 рублей мы оставим. А это все продаем. Так, давай посмотрим, что тут еще можно крутануть-то, блин. Гуччи флип-флопс. Гуси или это Гуччи или гуси? Понапишут, хер поймешь. Гуси флип-флопс. Файфики, смайфики. Ну, на это мне не хватает. Эти тоже. Темный кейс, да? Так, знаешь, что мы сейчас фарм? Откроем фарм-кейс. Фарм-кейс эмки. Фарм-кейс калаши, фарм-ножа. Ёп, а что тут, нож можно зафармить, да? Давайте попробуем зафармить нож. А чё? А, вот как ты открываешь. Вот тут ножик хотя бы, пожалуйста, давай, положи мне. Все по 2 рубля, да? Ёпта. А чё ты сюда мне нож не положил? Ах, охуеть. Так, а это можно все продать сразу, чтобы мне туда потом не заходить, да? Нет, нельзя, походу. Ну, ладно. Фарм. Эй, ёптать. Я хочу продать, что ты мне. Или, подожди, ты автоматически все продаешься, что ли? А, ну это уже все продано сразу, да? А, ты автоматом, то есть, перхоть все это автоматом продаешь. Не получилось у нас с фарм-ножом. Так, что, аук? Может, с аугом получится? С аугом. Блять.
нет. Не хочу я с Аугом. Не хочу. Так, что тут еще было? Тек, Шмек, Фифсеван, Тек по 90. Дилайт. Ну-ка, что ты тут за Дилайт такой? Я смотрю, тут с Дилайта тут как бы... Тут прям сыпалось. Давайте посмотрим, что мне с Дилайта. Блять, это на все бабки, считаю. Дилайта сейчас буду открывать. И что мне с него может выпасть. Рискованно, конечно, рискованно. Мне-то со скинами отсюда... А, ну один за 20 рублей там у меня есть скин, да? Ах, нет, в пизду я не буду этот Дилайт открывать, потому что знаю уровень моего везения. Так, я хотел открыть вот эти вот. Не самые дорогие. Давай хромированные откроем. Какая разница, откуда не падает, да? Ну тут хоть они по цвету отличаются, я хоть это сразу понимаю. Перхоть тут летит какая-то. Или скоростной зверь, например, да? Нет, перхоть летит. Ну, по крайней мере, перхоть за 33 рубля. Перхоть, по крайней мере, за 33 рубля выпало. Хоть по цвету отличается. Давай тебя откроем. У меня еще целых 70 рубликов на балансе есть. Что, нож давай мне какой-нибудь тычковый градиент, ебани. Зеленый морпех. А что тут? Ну, мог до охотника дотянуть. Ну, зеленый морпех, ты... Ты вообще несерьезный. Ты морпех несерьезный. Так. Сколько на балансе забыл? Так. Что мы тут еще можем? А, вот еще призма есть, да? Призма такая. Я же призму 2 открывал, по-моему. А, нет, хромированный, темный. И, ну, давай призму откроем, посмотрим, чем порадует призма. И на балансе 21 рубль. Больше ни на что не хватает. Ух ты, ножи летят. Осадок. Ну, давай, ёпты, до Лесотрона хотя бы дотяни. Мудила. Нет, давай еще тогда тебя откроем. Тебя. И все. Ну, кейсов дохерища нету. В связи с чем это связано, хер его пойми. Видать, все по валентности. Эта шляпа уже падала мне. Валентность. И мы тебя продаем. И ну-ка, давай-ка апгрейды попробуем. Апгрейды. И что тут цена? Шанс. А нахер мне коэффициент x4? А, это шанс 22%. Какая-то хуйня, короче, не шанс. Так. Давай хоть на 30% попробуем, что ли, забрать. Давай. Попробуем. Это ж не кейс батл. Не, ну тут балабас, я уже вижу. Тут балабас, да? Балабас. Ну-ка, ты что тут стоишь? 31, да, процент? Давай попробуем хуй с тобой. Сливаем, так сливаем. Ну, тут тоже слив, да? Пиздец, блядь. Охеренный просто сайт. Ну, я ничего по-другому про GG не могу сказать, потому что у меня с ним как бы вообще не складываются отношения. Я хер знает, кому тут отсюда и как падает. Онлайн 822 человека. Ебать, у меня времени 8 утра, и тут в онлайне сидит 800 человек. Пиздец просто. Ну-ка, сейчас для прикола зайдем на кейс батл и посмотрим, сколько там народу в это время сидит. 150 человек. Хуя. ГГ популярный сайт, но судя по тому, что там нету кейсов ни хера, и как он дает, я не знаю, что там люди вообще сидят, что там ловят. Ладно, ребята, в общем, вот такой видос. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, принимайте участие в стримах и розыгрышах скинов. Всем пока, до новых встреч.